Сейчас, не знаю, интервью какое-то с Билли Айлиш, сейчас я забываю. Просто, по-моему, она немножко подрастолстела. 53 миллиона подписчиков. Вот вам, блин, и метла. Охренеть. Танцует. Видос называется канал Tomato Videos. Вот это мы зашли удачно. Ну, кстати, здесь гипертитянских не видно как-то. А что свежее есть? Материал дрисла какой-то полный. Billie Eilish is the most famous artist in history with Tourette syndrome. So here's three moments when Billie was having Tourette syndrome tics that might actually leave you speechless. And first up, Billie was talking about the time. Я, кстати, до конца не знаю. Да, такая, ну, прям вот, короче, не Стейси, но. When people thought she was just making faces. But then there was this one interview where they didn't tell me. Мне нравится. Только я, кстати, не так и не помню, что такое Tourette. Тоже связано что-то с какими-то, как аутисты, что-то такое. Ну, что-то у него, короче, есть там. Так там вроде гипертитянских не заявлено, они просто по форме норм. Не, я видел какой-то видос, типа она куда-то от папарацци шла такая вся ненакрашенная, какая-то серая, в какой-то мешковине, ну там прям были, короче, титянские, дай бог. То есть, ну, как минимум четверка. Туреты что-то просто кривляние или выкрики рандомные. Это, в смысле, неуправляемые вообще.